Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Андрей Гавришин. И сегодня в этом уроке мы рассмотрим с вами, где можно получить royalty-free музыку. А что такое royalty-free? Royalty-free – это музыка, на которую нет авторских прав. То есть у нее есть автор, который, скажем так, за какие-то небольшие деньги или бесплатно дает возможность вам использовать эту музыку где угодно, в своих роликах и так далее. Зачем это нужно для нас? Сегодня очень многие делают что? Они берут какую-то музыку, известную, как правило, очень популярную, и ставят на свои видеоролики. Создают видеоролики и ставят туда музыку. И получается так, что когда они загружают этот ролик на YouTube или на какой-то другой ресурс, то YouTube начинает их блокировать. Он может удалить полностью ваше видео, он может написать вам предупреждение, он может ограничить вам закачку ролика по длине, или вообще лишить вас аккаунта. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно использовать royalty-free музыку. Потому что это музыка, на которую никто не может предъявить права. И такая музыка, как правило, она платная, стоит она недорого, от 5, даже от 1 доллара до там, 50, как правило, целая коллекция можно купить royalty-free музыки. Я в свое время купил несколько очень хороших royalty-free музыкальных произведений, и теперь пользуюсь ими в большинстве своих роликов. И это стоило для меня $5. То есть я за $5 купил какое-то музыкальное произведение, и теперь им пользуюсь. И никаких проблем у меня не возникает ни с YouTube, ни с чем-то другим. Поэтому сегодня я хочу показать вам сайт, зарегистрировавшись на котором, вы сможете получить бесплатно одну royalty-free музыку. То есть вы можете выбрать из всего их ассортимента, а он достаточно большой, то, что вам понравится, скачать это и использовать. Также, если вы порекомендуете этот ресурс кому-то из своих друзей, и они тоже по вашей ссылке зарегистрируются, то вы тоже будете получать одно royalty-free музыкальное произведение за каждого человека, который зарегистрируется. Сайт, который мы будем использовать, называется Stock20, и внизу у вас есть ссылочка на этот сайт под роликом. То есть под этим роликом у вас есть ссылочка, на которую вы можете нажать, и вы попадете на регистрацию на этот сайт. Давайте с вами посмотрим, как зарегистрироваться.